сегодня с вами Татьяна Емельяненко. Я хочу вам рассказать о чудесной новинке от Scrap Studio с любовью – деревянном рождественском вертепе. Когда я его увидела в первый раз, я поняла, что обязательно хочу его себе в этом году для украшения дома в период новогодних и рождественских праздников. Кроме того, я думаю, что с помощью этого вертепа я расскажу о первом Рождестве для своей малышки. Ей только 1,5 года, и в прошлом году мы с ней не говорили о Рождестве, а в этом году я попытаюсь ей рассказать и показать с использованием этого вертепа. Вертеп приходит в разобранном виде, вот в таком. И мне кажется, это очень удобно, потому что после того, как праздники закончатся, его удобно можно собрать, сложить, и он при хранении будет занимать минимум места. Давайте попробуем собрать. Начнем с крупных деталей. Персонажи. Так. Если честно, я не помню, как они в оригинальном виде выглядят. Поэтому буду слегка импровизировать. Возможно, потом просто переставлю фигурки. Вот это не сюда. Собирается быстро. Тут также предусмотрено место для свечи. Ой, я с собой принесла пока только две. О!
одну. Разве не чудо? Добавим еще немного подсветки. Мне кажется, это именно то, что позволит принести в ваш дом немножко светлой радости, тепла и рождественского чуда. С наступающим Новым годом и Рождеством! Спасибо за просмотр!